Занятия в академии сегодня ведет врач-косметолог, дерматолог Мария Михайловна Левина. Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия – омоложение. Возможно ли в максимально короткие сроки добиться результата? Существует такой миф, чтобы получить пациенту видимый результат, он должен затратить на это достаточно много времени. Безусловно, очень важно следить за собой постоянно. Но существуют такие моменты, когда женщине необходимо в максимально короткий срок получить видимый результат. И тогда для этого есть экспресс-методы омоложения. Первый вариант работы – это работа лазера и инъекционной методики. Мы убираем поверхностные морщины, более глубокие делаем менее заметными, также появляется великолепный цвет лица и лифтинг. И дополняет эту методику процедура инъекционного омоложения, которая позволяет наполнить кожу изнутри и увеличит эффективность лазера. Это видимый результат, а следующим этапом идет обновление кожи, стимуляция выработки коллагена и эластина, которая длится 3 месяца. Есть еще один способ экспресс-омоложения кожи – это комбинация инъекционных методов и химического воздействия. Он состоит из нескольких процедур мезотерапии и поверхностного пилинга. Мезотерапия дает возможность насытить кожу питательными веществами, а поверхностный пилинг – выровнять мелкие морщинки, улучшить цвет лица, улучшить тонус кожи. Процедура мезотерапии проводится поверхностно, то есть минимальный период реабилитации совершенно без гематом. И пациент может сразу вернуться к активному образу жизни. Следующий вид экспресс-омоложения – это лазерное омоложение путем нагрева ткани. Также мы его называем бизнес-омоложение или пиано-омоложение. Пациент сразу после процедуры видит видимый результат. Разглаживаются носогубные складки, выравнивается цвет и текстура кожи, улучшается овал лица. Еще одна методика экспресс-омоложения – это объемное моделирование лица, либо контурная пластика. Увеличение губ, либо коррекция скул, либо коррекция носогубных складок. Еще один метод – это ботулинотерапия. В зависимости от выбора препарата, эффект разглаживания мимических морщин можно увидеть уже на 4-5 день. Данная процедура экспресс-омоложения рекомендуется пациентам с 25 лет. Это зависит от мимической активности пациента. У кого-то может быть и в 17-18 лет настолько активны мимические мышцы, что уже и в это время можно ставить ботулотоксин. Мы можем на данном этапе развития косметологии добиться очень хорошего результата за короткий срок, но продолжительность этого результата будет недолгой. И для того, чтобы женщина выглядела молодо и ухоженно на более длительный промежуток времени, необходимо регулярное наблюдение у врача-косметолога. Кроме этого, экспресс-методы, они экономически будут более затратны для пациента, чем регулярное систематическое наблюдение. Редактор